Этих иронично смеющихся пернатых зовут Малыш и Клякса. В самарский зоопарк их принесли птенцами в начале нулевых. Это краснокнижные белые орланы. В зоопарке хищники чувствуют себя настоящими хозяевами. У них свое нешуточное меню. Питаются они мясом и живым кормом, который для них особенно важен. В 2019 году вышел закон, который регламентирует порядок содержания крупногабаритных птиц. Необходимо в районе 10-15 квадратных метров. Вот в данном случае вольер, за которым мы стоим, около 30 квадратных метров. Вольер должен быть достаточно высоким, в нем должны быть обеспечены присады, какие-то кормовые столики, где птицы могут нормально сесть, спуститься, съесть пищу. Собратьев Малыша и Кляксы можно встретить и на свободе, в лесах Самарской области. Раньше они улетали зимовать в теплые края, а возвращались к началу весны. В последние годы остаются дома и зимуют на ГЭС и рыбных хозяйствах. Таким образом, они не выматываются в течение длительного полета и не погибают на охоте в теплых странах. Поэтому число особей понемногу восстанавливается. Всего в области более 30 видов редких птиц, из них 8 видов – хищники. Сохранить популяцию призван и нацпроект «Экология», который направлен на сохранение лесов, что очень важно, ведь птицы предпочитают гнездоваться на старых деревьях, которым не менее 100 лет. В регионе регулярно высаживаются и новые лесопосадки. А также орнитологи сами вьют для пернатых гнезда. Возвели порядка 1200 птичьих обителей. В природоохранной биологии есть такой термин «флаговые виды». Но это виды, которые, сохранение которых позволяет сохранить природное сообщество в целом. Ну и, соответственно, сохраняя орлов, соколов, сов, мы сохраняем, собственно говоря, весь природный комплекс, всю природу Самарской области. Благодаря усилиям зоозащитников за 20 лет удалось не только сохранить пернатых хищников, но и увеличить поголовье орланов-белохвостов с 90 до 150 пар. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.